это очередь за новыми айфонами, и это просто полная дичь. Я думаю, многие из вас знают, что за новыми айфонами зачастую возле Apple Store выстраиваются очереди. И почти наверняка многие видели кадры драк и давки в очереди за айфонами в Дубай Молл. Но на самом деле вся дичь и грязь творилась в другом месте, а именно в Apple Store Аль-Марьях, который находится в Абу-Даби. Люди стали занимать очередь на 40-градусной жаре снаружи от торгового центра. И как только всем разрешили подойти к Apple Store, чтобы занять очередь, сразу началась смертельная гонка. В этой гонке люди теряли носки, кошельки, ботинки, шорты и даже пляжные тапочки. Ну а вторая волна забега сделала из этой очереди настоящее месиво. И да, я лично прошел всю эту дичь от начала и до конца. Причем по итогу и задавки продажи отменили. И все эти люди остались ни с чем. Но, конечно же, это не помешало нам купить новые айфоны. А ты бы пошел в такую очередь? Пиши в комментариях. Ну а с тебя лайк и подписку, у меня еще много подобного контента.